Привет, друзья, и добро пожаловать на канал Кухня на Троих. Сегодня приготовим легкий, быстрый и вкусный белковый салат. Нарезаем кубиками 150 грамм шампиньонов. Наливаем в разогретую сковороду 20 мл растительного масла. Высыпаем нарезанные шампиньоны и обжариваем до золотистой корочки. В конце посолить и поперчить по вкусу. Четыре вареных яйца нарезаем кубиком. Также нарезаем 200 грамм крабовых палочек. Друзья, не забывайте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Добавляем 200 грамм кукурузы. Добавляем 2 столовые ложки майонеза. Хорошо перемешиваем. Салат нежный и вкусный. Приготовьте, вам понравится. Приятного аппетита! Благодарим за просмотр.